дорогие друзья, коллеги, ветераны авиационно-космической отрасли. Сегодня у нас достаточно интересный день. Мы празднуем, отмечаем успешный полет, который был проведен 30 лет тому назад, тяжелого, многоразового, орбитального, крылатого беспилотника. Я сейчас представлю всех участников нашей пресс-конференции. Первый у нас в списке идет Алексей Борисович Огульник, заведующий кафедрой теории воздушно-реактивных двигателей Московского института, доктор технических наук, человек, который работал с генеральным конструктором НПО «Молния», Глеб Евгеньевич Лозинский, Алексей Иванович Лишенко, тоже очень известный человек в нашей отрасли. Алексей Иванович, он представляет САГИ, он привез уникальные продувочные модели, вот мы можем их все посмотреть. И Николай Сергеевич Прохоров, практически участник и разработчик, который участвовал непосредственно. И Александр Иванович Ловейкин, но он вообще не представляет, руками не нуждается, летчик-космонавт, герой Советского Союза. Человек, который тоже был фактически свидетелем тех событий. И интересный очень проект, который сделали совместно с студией инфографики ТАСС. Это совместный проект музея. Вот Вячеслав Львович Клементьев, он как заместитель директора музея по научной работе. Я даю слово Алексею Борисовичу Огульнику. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу рассказать о тех работах, которые мы начинали вместе с Глебом Евгеньевичем Лозинским, ну и продолжаем их до настоящего времени. Значит, вот я поэтому начну вот с таких нереализованных проектов Глеба Евгеньевича. Вот, да, даже его подпись в 92 году. Значит, в нашей совместной работе родился такой вот проект для отработки гиперзвуковых прямоточных двигателей, получил название БРИК. Значит, предполагался такой аппарат, значит, с помощью которого можно было разогнаться до чисел Маха, до 10, и, соответственно, устанавливая на нем гиперзвуковой прямоточный двигатель, который я вам всем покажу, значит, использовать это как такую летающую лабораторию. Ну и, в общем, даже разрабатывать более глубоко вот это применение такого гиперзвукового летательного аппарата варианте с наземного старта, и другая схема с воздушным стартом. Да, значит, и тогда на аппарате БРИК ракетные двигатели и широкодиапазонные прямоточные воздушно-реактивные двигатели. Активно продолжаем этими исследованиями заниматься. Значит, вот здесь показаны, значит, 90-е годы были для нас очень тяжелыми, и мы работали в плотном контакте с французскими коллегами. Вот это испытание такого топливоподающего пилона. Вот это наша разработка. Значит, из неопытного сплава сделана камера сгорания гиперзвукового прямоточного воздушного двигателя. Да, моделируемый Мах полета 6. Максимальная температура нагрева стенки, но тут написано 2100 градусов. В процессе всех этих работ родилась идея широкодиапазонного гиперзвукового двигателя, который может закрыть диапазон скоростей от числа Маха 2 и до гиперзвуковых скоростей. Тогда нужно делать трансформируемую камеру сгорания, которая изменяет по мере разгона вашего летательного аппарата свою геометрию. Вот по мере того, как ваш летательный аппарат разгоняется, значит, плоские стенки камеры сгорания должны вот так вот изменять все время свою геометрию. Ну, проект так и остался, конечно, в таком варианте. Да, он двигается только летающим пилоном. А вот это испытание широкодиапазонное, уже мы научились делать широкодиапазонные камеры сгорания. На самом деле все гораздо громче. Значит, вот это осимметричный полноразмерный демонстратор гиперзвукового двигателя. Значит, следующая работа – это плоский уже полноразмерный демонстратор. Испытание число Маха 6. Значит, задача была из так называемого ресурсного испытания, 120 секунд он должен был продержаться. Сами, ну, гигантский стенд, который модерирует и внешнее обтекание, значит, обтекается поток на число Маха 6. Ну, вот, видно, да, он, видите, он весь светится, начинает огромной температуры. И внутри, и снаружи, углекомпозитные стенки,
поскольку задача 120 секунд он у нас продержался, да, вот сейчас покажу, вот что было после этих 120 секунд. Видно, конечно, цвета побежалась, но с другой стороны вся конструкция выдержала. Никаких серьезных разрушений мы не обнаружили. Тоже это аналогичная работа, но здесь уже вместе со всем летательным аппаратом. Вот он назывался GLA-X2000. Мы проходили экспериментальные исследования такого аппарата-демонстратора. Ну и вот даже, вот это, об этом была статья в American Research Space Technology в сентябре 2009 года об успешном испытании в России натурного демонстратора типа звукового летательного аппарата X2000. Я хотел вам рассказать, что дело Глеба Евгеньевича Лозинского продолжается. Мы работаем в этом направлении, он мечтал о подобных вещах, мы уже кое-чего добились. Спасибо. Спасибо большое. Центральный Олимпиадический институт, который вот в этом году у него юбилей, 100 лет, это значительная дата. Я даю слово Алексею Ивановичу Лишенко. Коллеги, по поручению руководства ЦАГИ я хочу представить вам такое небольшое, краткое в виде слайдов сообщение по тем исследованиям обеспечения реализации проекта космической системы «Энергия Буран», выполненные в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Николая Егоровича Жуковского. Прежде чем к чему-то подойти, надо накопить тот вот большой опыт расчетных исследований, экспериментальных исследований, и потом выходить уже на какой-то конкретный объект. Взяв из старых отчетов ЦАГИ вот эту информацию, я вот хочу конкретно показать, вот если мы обратить внимание, вот здесь идут по разным трубам, но, к сожалению, точку очень слабо видно, но вот если видите, буран находится где-то вот в размерности, значит, скоростей полета в районе где-то вот 6-8 махов. На различных трубах проводились испытания, как шло вот развитие воздушно-космического аппарата. Различные формы аэродинамические рассматривались, в том числе, значит, рассматривалась и форма аэродинамическая, которая была вот американцами использована на шаттле. В конечном итоге, вот почему остановились именно вот на такой форме, а здесь вот в правом углу приведены сравнительные вот как бы разменные характеристики и «Бурана», и «Шаттла». Остановились, ну, на таком вот облике. Хотя вариантов было множество, но Дмитрий Федорович Устинов сказал, ну, вот у американцев полетело, давайте посмотрим, чтобы потом где-то по аналогу отработаем вот именно тоже вот такую систему. И вот исследования проводились в ЦАГИ. Ну, во-первых, весь спектр аэродинамических исследований, прочностных, теплопрочностных, акустических исследований. Вы видите, вот здесь тоже фотографии старых отчетов, которые модели использовались в аэродинамических трубах. И как вот конкретный пример, значит, вот труба Т-109, значит, габариты вы ее представляете, вот видите, здесь не указано, что это метр, на самом деле это вот 105 метров длиной. Отдельно проводились работы, это вот носитель самолет «Мрия», значит, носитель самолет КБ «Месищева» «Атлант» баки перевозил, и отдельные вот части фюзеляжа «Буран». Вот это тоже надо было аэродинамику, достаточно вот такой сложной авиационной конструкции исследовать, и как она себя вот ввела в полете, в перевозках, все это вот было достаточно подробно изучено специалистами ЦАГИ. Работали практически весь институт вот, в полном размере и весьма напряженно. Отдельный как бы, вот, момент я хочу подчеркнуть. Режимы управления «Бураном». ЦАГИ были предложены алгоритмом принципы совмещения автоматического и ручного управления. Прочностные испытания. Значит, левая фотография – это стенд статических испытаний. Тоже достаточно впечатляющая картина. Вы вот видите полноразмерный как бы фюзеляж «Бурана», обвешанный грузами. Была создана теплопрочностная вакуумная камера, в которой можно было вот воспроизводить температуры, тепловые потоки расчетных нагрузок на различных высотах полета. Диаметр 14 метров, длина 30 метров. Отдельный вопрос, значит, как я говорил, вопросы акустики исследовались. Ну, как пример, значит,
акустическая прочность системы энергии «Буран». Звуковая мощность, создаваемая двигателем, составляла порядка 500-600 мегаватт, а это в 40-50 раз больше, чем у сверхзвукового самолета «Конкорд». Это ни один живой организм вот таких вот нагрузок, естественно, не выдерживает, не только живой, но и технические конструкции. В ЦАГе была построена акустическая реабилитационная камера РК-1500 длиной тоже 14,6 метра, шириной 9,2 метра, высотой где-то порядка больше 1,5 метра. И вот здесь исследовались акустические нагрузки. Отдельный вопрос столкнулись с флаттером. Ни на одном летательном аппарате прежде этого мы такого, в общем-то, вот формы флаттера не наблюдали. Это отдельный блок испытаний теплозащитных элементов «Бурана». Вот это вот она уже картинка всем известная, как бы расхожая, тепловые нагрузки на, значит, летательный аппарат воздушно-космический. Ну, теплонапряженность доходила до 1800 градусов Цельсия. В носовой части порядка 53 элементов гравимола стояло. Причем каждая плитка, значит, имела уникальную подгонку на фюзеляж, чтобы не было этих зазоров, не проникала вот эта вот раскаленная плазма в эти зазоры. И вот это вот порядка 26 элементов, вот это как бы обещайки крыла, комплексные испытания были проведены. То есть достаточно тоже такая сложная работа. Вот «Буран» слетал у нас успешно, практически потери теплозащиты не произошли. А вот американцы на шаттлы, значит, одном из последних полетов при потере теплозащиты прошел прогар, проход плазмы в крылевое, значит, пространство, воспламенились гидросистемы, и корабль с экипажем, к сожалению, погиб. Поэтому вот это отдельный момент исследования, весьма очень важный, который тоже в ЦАГе проводился весьма успешно. Ну и завершая как бы вот выступление свое, вот я здесь специально привел эту картинку, которой всем это известно, автоматический полет. Очевидцы, значит, рассказывают, что вот корабль, заходя уже, подходя где-то, снижаясь с 11 тысяч километров, заходя на посадку, вдруг начинает вот определенные действия, уже где-то ближе к полосе, уходя налево на 90 градусов, совершает такой маневр. Погода была достаточно сложная, погодная обстановка. И, значит, вот ветер, значит, который просчитал вот электронно-вычислительная машина, там выдал такую команду совершить вот такой маневр и осуществить посадку. Мы практически, скажем так, достаточно точно в расчетной точке, значит, летательный аппарат приземлился и был посажен, что свершилось вот именно 15 ноября. Ну и возвращаясь как бы к раннему слайду, я еще раз хочу подчеркнуть вот то, что и предыдущий докладчик говорил. Без того мощного научно-технического задела, который вот как бы накоплен был в нашей авиационной науке, а вот на этом слайде вот эта 600-килограммовая продувочная модель, мы ее просто не привезли, достаточно тяжелая, вместе с энергоносителем металли, она в музее находится. ЦАГе. И еще раз подчеркиваю, что вот мы расцениваем столетие ЦАГе это не как столетие вот конкретного, допустим, института, а столетие всей вот авиационной организованной науки, которая вот создала тот научно-технический задел, в результате которого были вот созданы что ли знаковые технические объекты еще тогда в Советском Союзе. Хочу представить проект, который сделала студия инфографики ТАСС, Антон Мизинов, Кристина Ниткова. И я уже представлял Вячеслав Фомович Климентов, заместитель директора Музея космонавтики по научной работе, и Александр Иванович Ловейкин, бывший космонавт, герой Советского Союза. Это как бы одна команда, это коллективное творчество. Здравствуйте, мы представляем команду специальных проектов информационного агентства ТАСС. Еще раз скажу, что Антон Мизинов — это наш арт-директор студии инфографики. Я редактор спецпроектов. Понятно, что мы готовили проект не вдвоем, это десятки специалистов с нашей стороны. Это, конечно же, научная команда Музея космонавтики. Спасибо вам огромное, ребята. И это наши научные консультанты, это Александр Иванович. Огромное спасибо за помощь. Да, проект состоит из четырех глав. Первая посвящена устройству «Бурана». Да.
Мы хотели показать пользователям, как устроен орбитальный корабль. Да. Чтобы сделать эту 3D-модель, наш иллюстратор отрисовал все 37,5 тысяч термоплиток, которые покрывали буран, чтобы создать достоверную текстуру. Да. И для понимания масштабов мы поместили в грузовой отсек Бурана блок орбитальной станции «Мир», вот, чтобы можно было посмотреть, как все устроено. Также чуть ниже у нас еще одна интересная визуализация. Мы сравнили размеры Бурана с размерами всех пилотируемых орбитальных объектов, которые были в космосе, собственно говоря, МКС, орбитальная станция «Мир», сам Буран и вот маленький корабль «Союз», да, для понимания того, какое место в этой цепочке занимает Буран. Вторая глава проекта практически полностью посвящена сравнению отечественной системы энергии Буран со системой Space Shuttle. Да, мы говорим то, что Буран — это отнюдь не шаттл, это не советская копия программы американцев, как многие говорят. На этой визуализации мы показываем двигатели, чем принципиально отличаются все ступени системы энергии Буран от системы Space Shuttle. Да, можно понаводить, посмотреть состав топлива, мощность, состав ступеней, в чем принципиальная разница. Во второй визуализации мы поэтапно показываем, как обе системы выводят орбитальный корабль на орбиту. То есть, когда мы тянем за бегунок, мы можем параллельно посмотреть, какие этапы проходит энергия Буран, какие этапы проходит шаттл. И в чем, собственно говоря, разница этих двух моментов. Да. Красиво. Можешь дальше? Да, потом мы говорим о том, что энергия — это одна из самых мощных сверхтяжелых ракет-носителей, которая когда-либо была создана. Да, она занимает второе место после Сатурн-5. И для документальной достоверности, о чем мы уже говорили, мы вставили в проект документальную кинохронику, которую нам предоставила телестудия Роскосмоса. Да. Нажимая на видео, мы можем посмотреть короткие фрагменты, которые иллюстрируют тот или иной этап. Третья глава проекта полностью посвящена посадке. Да, иногда мы вытаскивали какие-то яркие цифрофакты, которые поговорили о том, что происходило во время полета Бурана. Собственно говоря, цитата нашего научного консультанта Александра Ловейкина. Огромное спасибо, да. Здесь мы показываем поэтапно, как Буран сходит с орбиты, проходит плазму и потом плавно приземляется на взлетно-посадочную полосу. Вот, тут можно почитать все пояснения, что происходит с кораблем, в какой момент полета. Да, здесь мы подробно показали плитку, написали, чем белая термозащитная плитка отличается от черной. При наведении можно посмотреть, какой предел термической нагрузки может перенести та или иная часть корабля. Да. Показали, чем отличается. Да. Рассказали, сколько длился полет Бурана. Здесь мы дали свою интерпретацию той схемы, которая была показана в предыдущей визуализации, показали тот самый легендарный Буран, который всем запомнился, да, несколько кадров посадки. Это кадры, которые снимали с борта МиГ-25, сопровождающего Буран во время финальной части посадки. Это, собственно говоря, приземление. Да. Красивый кадр. Заключительная четвертая глава. Мы говорим о наследии Бурана, о том, что, к сожалению, из 100 запланированных полетов он смог совершить только один. И да, здесь есть интересная визуализация. Мы рассказываем про все уцелевшие летные экземпляры, тестовые макеты корабля и показываем подробно, где находится каждый из них. То есть мы связались практически с каждым из предприятий, которое располагало тем или иным изделием, и узнали, в каком статусе и где сейчас находится тот или иной летный экземпляр. И мы считаем, что это достаточно полезно, потому что действительно очень много простых людей думают, что они видели оригинал Бурана в парке Горького или на ВДНХ. Мы говорим им, что это не так, и наработки Бурана используются до сих пор. Уважаемые друзья, сегодня утром, буквально с первыми петухами, на сайт Музея космонавтики был выложен как раз весь этот материал. И еще был выложен материал, который создали уже непосредственно специалисты нашего музея. Там тоже очень интересно. И получился совместный такой проект, очень красивый, очень интересный. Когда мы первый раз с вами встретились, Кристина, и я вам это вкратце так все рассказал, я признаюсь, я не думал, что вы так упорно и долго будете работать, и что получится такой интересный материал. Помимо того, что он в себя, он небольшой по объему, но он очень популярный. Любой человек может, так быстренько просмотрев, познакомиться с этой программой. В нашей части, которую мы создали, вот наши специалисты, это Оля Низовцева, Анастасия Пржевальская, там больше говорится о экипажах, которые должны были летать. Ну, а поскольку ваш покорный слуга тоже был
должен был быть членом экипажа на «Буран», то я буквально, если позволите, в двух словах расскажу. Значит, на «Буране» должны были летать. Прежде всего, это летчики-испытатели Ли Громова. Игорь Петрович Волк со своей командой. Рима Станкявичес, Анатолий Левченко, Саша Щукин и Олег Кононенко, который, к сожалению, в самом начале программы, этой программы погиб. Позже подключился Урал Султанов, Юрий Шефер, Тридцвязки Сережа, вот, и Приходько. Со стороны военных летчиков, это ГНИ ВВС Чкалова, это были Иван Иванович Бачурин, Леша Бородай и чуть позже Валера Токарев, это космонавт, который слетал уже на мир. Мы вместе, а представителями энергии, бортинженерами, идея какая была? Значит, полет автоматический, слева сидит летчик из команды «Волка», на всякий случай готов в любой момент взять ручное управление, а справа сидел представитель энергии, который должен был уже отвечать за орбитальную часть полета. Но он тоже должен был уметь летать. Поэтому нас, вот, наши представители энергии направили в Курский учебно-авиационный центр, где мы прошли летную подготовку, ускоренную, как во время войны. Буквально за 12 увазных часов нас выпустили самостоятельно, и мы летали на самолетах Л-29 уже без инструктора. Кто это был вот, от энергии? Значит, как бы такая группа из 4 человек первая была. Это Валентин Лебедев, Александр Баландин и Александр Сергеевич Иванченков и ваш покорный слуга я. Вот этой всех, кто я назвал, мы прошли подготовку в составе группы и сдали 120 экзаменов. Вот то, что вы сейчас нам рассказывали, вот это все нам пришлось сдавать потом в виде экзаменов уже. Ну и успешно мы это все как бы прошли, сдали. И к нам еще подключился потом Геннадий Стрехалов и Сережа Крикалев. И все было, в принципе, все было готово к пилотируемому полету. Все. Вот. И когда вот состоялся этот замечательный полет, который мы сегодня отмечаем, я еще почему назвал всех этих ребят, потому что очень многие из них погибли и умерли, и, конечно, их память надо тоже как бы обязательно сегодня об этом сказать, в честь их памяти. Ну и ну, так получилось, что вы помните, какие были времена в 90-х годах. Хорошо, что вообще наша космонавтика не накрылась в то время. Ну, а с этой программой пришлось распрощаться к величайшей горести всех, кто принимал в ней участие. Но время идет, посмотрим, что будет дальше. Я совершенно не исключаю, что может появиться и вторая часть такой многоразовой системы. Как называется она будет, мы еще не знаем, но она может появиться. Хочу пожелать всем отличного настроения, вас еще раз поблагодарить за сотрудничество, и вас поблагодарить за организацию нашей встречи. Ну и всем пожелать. Я хочу представить нашего коллегу, который приехал из Санкт-Петербурга, Николая Сергеевича Прохорова, который вот реально участвовал в проектировании, в испытаниях, в доводке в рамках своего предприятия, достаточно известного у нас в СССР и в России, и за рубежом. Вот, и я даю слово, так сказать, ветерану, участнику тех событий. Я не заметил, как стал ветераном. К сожалению. Но что делать? Я хотел бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что как бы «Буран» все-таки был самолетом наполовину, а наполовину он был, если не на две трети, все-таки ракеты. И вот я представляю то направление двигателестроения, которое, в общем-то, отличается принципиально от авиационной техники тем, что нам приходится возить с собой не только керосин или любое горючее, но и окислитель. Вот это, так сказать, фундаментальное отличие ЖРД от воздушно-реактивных двигателей. И здесь вот нам пришлось самолетную схему оснастить вот элементами двигателей, которые умеют летать в безвоздушном пространстве. Значит, первое, что было сделано и что уже использовалось на самолетной схеме, это вспомогательная силовая установка. Обычно все силовые установки самолетов используют забортный воздух, понятно, и, значит, практически мини-ВРД, которые вот, значит, вращают или приводят в вращение какие-то сервомеханизмы. Здесь это было невозможно,
была создана специальная вспомогательная силовая установка, затроированная даже, потому что она обеспечивала питание гидроприводов самолета, то есть виноват орбитального корабля. И естественно, что отказ этой системы гидроприводов приводил к гибели объекта. Значит, компонентом топлива, который обеспечивал энергетикой вот всю эту сложную систему, был выбран гидразин, не совсем, так сказать, приятный компонент с точки зрения экологии, но очень хорош с точки зрения энергетики, поскольку это топливо однокомпонентное, и разлагая его на катализаторе, можно получить парогаз, который будет являться и являлся, значит, рабочим телом турбины, которая дальше уже приводила в вращение нужные механизмы. Вот отработкой, собственно, реакторной части катализатора, будем так говорить, энергетического сердца этой установки, занималось наше предприятие, были сделаны специальные стенды. Отработка была очень серьезная, потому что очень высокие требования по надежности. И, значит, необходимо было подтвердить вот этот ресурс, и не все сразу получилось. Но в итоге, так сказать, это было доведено, и ВСУ успешно, как вы видите, выполнило свою задачу. Ноги вышли, элероны сработали на, значит, цилиндре гашения скорости. Аппарат потерял или, так сказать, набрал, или наоборот, получил эту самую посадочную скорость и успешную силу. Второе энергетическое устройство, которое обеспечивало работу объекта в космическом пространстве, это объединенная двигательная установка. Вы видите все, что, значит, корабль был, 32 двигателя она насчитывала, они разного назначения. Можно было в трех плоскостях аппарат поворачивать. Эта объединенная двигательная установка отличалась тем, что в ней использовался тогда новейшее достижение нашей химии — синтетический углеводородный горючий циклин. Но в качестве окислителя использовался традиционный кислород, причем кислород переохлажденный, без потерь. То есть это было для своего времени уникальная установка. Вот она отрабатывалась там с нашим участием в Приморском филиале, там неподалеку от Санкт-Петербурга, НПО «Энергия». И, в общем-то, не без проблем удалось ее тоже отработать. Уникальная вещь совершенно. И третий энергетический блок, который почему-то не упоминается, потому что он не слетал. Вы знаете, что в грузовом отсеке этого образца «Бурана» находился контейнер дополнительных агрегатов, в котором содержался в том числе и аккумуляторная батарея, питавшая, являющаяся системой энергопитания. Штатная система энергопитания предусматривала электрохимические генераторы. Это электрохимические генераторы размещались в нижней части. К сожалению, в компоновке это не показали сегодня. Энергетический блок размещался внизу грузового отсека под поелами. Этот энергетический блок тоже был уникальный, использован в качестве компонентов особо чистый кислород и водород. И сам электрохимический генератор «Фотон» разработки Уральского электрохимического комбината — это было по тем временам, в общем, одно из самых совершенных устройств преобразования энергии, поскольку это прямое преобразование, на него не распространяется принцип Карно, и, так сказать, термодинамически разрешен там даже 100%. Значит, это тоже было уникальное достижение. Теперь про, собственно, ракетоноситель по энергии. Я сегодня с интересом посмотрел вот эту презентацию. Но как-то упущен момент, что это многоразовая система-то. Многоразовый оказался только корабль. Значит, у нас получилось так, что ракетоноситель-то тоже, в общем, планировалось как многоразовый. И если вы внимательно посмотрели, то на блоках А, то есть на боковых вот этих блоках, условно говоря, ускорителя, называют первой ступень, на самом деле это просто отделяемые блоки, да,
У них есть такие наделки сбоку, сверху, да, а вот эта парашютная система, я, к сожалению, про нее сегодня ничего не услышал от наших авиационщиков, я ожидал, что они про нее расскажут. Она тоже должна быть, ну, в этом, конечно, экземпляре энергии ее не было, это было, так сказать, смакетировано просто аэродинамикой. Но в дальнейшем вот эти пароблоки, 4 блока боковых, наиболее дорогостоящий, наверное, элемент ракеты-носителя, он должен был быть спасаемым. И спасаемым парашютным способом. На центральном блоке энергии использовался инновационный тогда компонент, жидкий водород. Тогда, вы знаете, одновременно с вот этим мегапроектом энергии «Буран» у нас развивался мегапроект, не менее серьезный, водородная энергетика. Это была бы как бы часть вот этой водородной энергетики, заложенная в ракетно-космической технике. Так вот, для того, чтобы обеспечить отработку и штатную работу блока С энергии, была создана очень мощная наземная инфраструктура. С непосредственным участником ГИБКа мы в 64 году первые получили водород как компонент, научились с ним работать. И, значит, я вот участвовал в такой демонстрационной работе, у нас тогда не было 3D, а было такое физическое моделирование. Мы сделали такой штатив, в котором разместили, значит, сосуды Дюара прозрачные с гелием жидким, жидким водородом, жидким кислородом, жидким азотом, жидким криптоном. В общем, весь спектр. И когда Дмитрий Федорович Шестинов посетил наше предприятие, он сказал, что я всем скажу, что я видел, что такое жидкий водород. В отличие от всех конструкторов, которые его никогда не видели. И вот, значит, этот стенд мы демонстрировали руководству, а потом он получил такое, как бы сказать, всенародное признание. И очень много людей, которые были привлечены к этой работе, приезжали просто посмотреть, а что же такое вот этот самый жидкий водород. Потому что, в отличие от керосина или, допустим, бензина, хорошо известного в быту, мало кто, наверное, его видел. Но вот в дальнейшем были эти работы развиты. У нас в итоге производилось большие годы почти 1000 тонн жидкого водорода в год. Он использовался, транспортировался практически по всему Союзу, поскольку вот центр отработки мощных жидкостных водородных двигателей, он находился в Нижней Салде, то есть на Урале. Ну, центр отработки двигателей, вы знаете, это Пересвет, Московская область, НИЦ, РКП. Дальше мы потребляли, как ГИБ, конечно, уже в те поры значительное количество водорода. И Куйбышев, который Самара, значит, это водородный самолет Ту-150, наверное, про него тоже, Ту-155, виноват, да, про него тоже, наверное, многие знают. Мы участвовали в этой программе, я там был в команде испытателей этого самолета. Вот, как бы сказать, основные такие, ну, популярные, что ли, изложение достижений или вкладов ГИБ вот в программу «Энергия Буран». Теперь, что касается вот непосредственных впечатлений. Я участвовал в качестве номера боевого расчета, так это раньше называлось, ну, члена пусковой команды по-нынешнему, значит, в работах практически со всеми изделиями. Вот это первый проект, который освещался в СМИ, ну, почти реально. И мы понимали, что за спиной стоит вот те 1000 с лишним предприятий, 100 министерств, да и много просто советских людей, которые воспринимают это как, будем так говорить, ну, каждый чувствовал свой личный вклад в это. Чем отличается национальная программа от любой другой? Это чувством гражданственности, когда люди чувствуют, что свой вклад в этом, свой вклад вот в этой программе. И напряжение действительно вот такое было.
необычное и сказывалось, конечно, на состоянии участников программы. Мы все понимали, что жены и сослуживцы сидят сейчас у телевизоров, и если мы подведем, будет нам нехорошо. Значит, это, конечно, была тяжелая, очень тяжелая моральная обстановка. Многим стоило это здоровье, многие, да, в общем, уже ветеранов уже осталось мало. Вот я ветеран уже попал, да? А тогда я был крайне низкий. Значит, выдержали все. Здесь, конечно, кульминацией было, ну, первое, вы знаете, что это была вторая попытка запуска. В первой попытке у нас там не отвод фермы получился, система прицеливания, и все это было остановлено. А подготовка вот это вот к запуску, она вот 32 часа длится штатно. Эти последние фазы от нас уже не зависела, там работали другие люди. И было страшно, что, так сказать, вот на завершающем этапе у нас не получится. Но все получилось, слава Богу. И корабль сел, и когда к нему начала двигаться вот эта команда обслуживания аэродромного со своими лестницами, подмышками, ну, у нас же, знаете, фермы и стартовые сооружения, да, а тут какие-то такие лестнички, там, подности. Но, тем не менее, они его облепили вообще тут же. Хотя он же нагретый пришел. И, к счастью, так, на взгляд, плитки 3-5 отвалилось у него. Хотя ожидали мы больше потерь. В общем, с кораблем получилось все в порядке. Ну вот дальше. Это знаковое событие позволило уже считать, что мы сделали хорошую, качественную работу и намечать перспективы. Мы не знали тогда и знать не могли, что вот это знаковое событие, оно событие финальное. В завершении я хочу поблагодарить организаторов за возможность вот, пообщаться с такой замечательной аудиторией, передать всем участникам и сподвижником движения «Энергия Буран» поздравления с праздником от имени нашего генерального директора Елены Викторовны Козловой. Спасибо за внимание. Всем спасибо вам, что вы сумели приехать из Петербурга специально для того, чтобы посетить наше собрание такое юбилейное. Теперь давайте будем задать вопросы. Кто-то, сказать, желает спросить у всех собравшихся наших, так сказать, экспертов из ЦАГИ, из Московского авиационного института, ну и из фонда «Наше небо», который, так сказать, организовал это и вдохновил на то, чтобы вот мы сегодня собрались в этом прекрасном зале. И я еще раз хочу поблагодарить администрацию и лично директора Музея космонавтики, что вот нам удалось, так сказать, собраться. Все, давайте вопросы, блиц такие. Боев, Дмитрий Александрович, журнал «Двигатель». Вот. Вопрос к Алексею Ивановичу. Прошла очень интересная информация от, значит, возглавленной ЦАГИ по, значит, стратосферный гиперзвуковой двигатель. Вот, это от вашего? Это вот в порядке развития той работы, про которую вы говорили, или это отдельно? Да, действительно, ЦАГИ, как и мои, плотно занимаются этими вопросами, ЦАМ, то есть в рамках вот НИЦ Жуковского, объединенной вот этой корпорации научной, которая включает вот ряд институтов, эти вопросы решаются. Значит, хочу отдельно отметить, что оно как бы имеет и пристальное руководство со стороны нашего как бы руководства государства. Есть такое направление, приоритетное технологическое направление, высокоскоростное аэрогидросветное движение. Академик Чернышов, научный руководитель ЦАГИ, как главный технолог это направление возглавляет. Работы ведутся по всему спектру вот этих проблем, поэтому как бы вот на этом могу остановиться.
Спасибо. Агеев, журнал «Взлет». Вот у меня вопрос к последнему оратору. Вы сказали, что подготовка ракеты к полету занимала где-то 32 часа. Правильно я понял? Скажите, а если бы вот был пилотируемый полет, что космонавты бы сидели 32 часа в ракете или нет? Спасибо. Последующая технология, которая, к сожалению, еще не была отработана, не успела дальше. Это заправка в гелиевую среду. Баки заполнялись гелием в МИКе, и сюда заправлялось, что позволяло сократить подготовку до примерно 5 часов. То штатно она должна была заправляться гораздо быстрее. Спасибо. И помню, для меня это было что-то нереальное. Все эти слова, энергия, буран. 7 лет я с трепетом воспринимал то, что вы тогда уже сделали. Огромное вам спасибо от молодого растущего поколения. Мне интересно такой немножко эмоциональный вопрос. Вот сейчас, если бы вам пришлось снова отмотать все эти годы назад, вы бы сделали? Я могу сказать, как, если бы сейчас повторять эту задачу, то сейчас ее надо было бы, так сказать, делать несколько иначе. Потому что за эти 30 лет и появились новые технологии, в том числе широко применяемые сейчас цифровые технологии и так далее. Да, получилось бы что-то в чем-то лучше, немножко по-другому. В одну реку нельзя войти дважды. Деньги бы украли за то, что... Добавить к Алексею Борисовичу могу сказать так. Действительно, та же авиационная промышленность, это в прессе уже отражается. Самолет Ту-160 восстанавливается серийное производство на Казанском авиационном заводе. Но именно с новыми подходами на основе новых технологий, цифр и так далее. В принципе, вот опыт такой авиационной промышленности есть. Указания получили, делали, но один не повторяется. У нас есть вот продвучная модель, она достаточно известна в определенных кругах, вот, я хочу ее показать. Вот. Дело в том, что в 76-м году, когда, значит, была работа по отбору общего вида нашего ракетопланера, наши ученые из ЦАГИ и самолетчики, они предлагали вот такой общий вид. То есть у вас фюзеляж, он как бы выполняет несущую роль, то есть как бы создает на определенных режимах подъемную силу. Вот. Но с учетом того, что как бы техническое задание, оно формировалось под определенные задачи, решили все-таки не рисковать и вот выбрали вот такой как бы общий вид. Но это не значит, что там кто-то там кого-то копировал. Вот сейчас, например, за океаном уже 2, я знаю, аппарата вот с таким общим видом. Покажи еще раз модель, в руки возьми. В руки взять вот она так. Весьма увесистая. Там он очень двумя руками ее должен брать. Да. Вот она. Давайте немножко поднимем угол атаки у нее, да, сделаем вот так она. Вот. И вот здесь у нас в зале сидит представитель НПО «Молния». Вот, это Бор, спираль. В продвучных работах. Именно вот с этой моделью и вот с другими. Вот. Поэтому мой ответ такой, что учитывая тут те тенденции технические, которые сейчас присутствуют за рубежом, вот, я думаю, что, конечно, интегральная компоновка, она более перспективна. И тот задел, который был еще и не реализован в 70-е годы, вот, это был интересный проект «Спираль». Туполевцы делали гиперзвуковой самолет-разгонщик с интересной силовой установкой. Вот. А микояновцы, они делали 11-тонный вообще аппарат. Но многие идеи, многие решения при появлении новых каких-то подходов, новых материалов, новых технологий, даже каких-то новых систем и контуров управления, они могут использоваться вновь. Поэтому фундаментальные исследования, которые были в 50-е годы, в 60-е, они никуда не пропадают. Если потребуется, то можно их использовать неожиданные как бы истории, когда, значит, находят интересные как бы инженерные
решения. Вот как мой ответ на этот вопрос. Скоро мы заканчиваем тут. Очень интересно, как бы у нас собрался вот коллектив. Я бы хотел на правах председателя значит, сообщить о том, что вот у меня в руках наших всех коллег, у меня в руках меморандум на нашем собрании, значит, посвященном 30-летию успешного полета ракетной системы «Энергия Буран», о том, что мы хотим, так скажем, здесь вот все собравшиеся, выйти с такой инициативой, чтобы создать некий экземпляр орбитального крылатого корабля «Буран». Но такой экземпляр, который действительно был бы корректен с позиции нашей инженерной школы, с позиции тех идей, которые были не реализованы. Это была бы вообще очень интересная такая гуманитарная бы акция, да, по, ну, как вот, знаете, есть вот реконструкторы, да, которые занимаются реконструированием там какого-то танка времен там Первой мировой войны, Второй. А вот мы бы вот собрали бы тут энтузиастов, я узнаю, у нас тут вот ребята из Монина присутствуют, вот, собрали бы таких энтузиастов, собрали бы ресурсы, собрали бы интеллектуальный потенциал и сделали бы вот такой вот корабль-макет, можно так сказать, который бы полностью бы там отрабатывались бы все системы по авионике, по всем тем протоколам, которые были. Вот, потому что то, что летало, так сказать, 30 лет тому назад, оно летало в таком усеченном варианте, то есть там не было части бортового оборудования, там не было систем жизнеобеспечения в полном объеме. Да, там были герметичные отсеки, это факт. Вот. И, соответственно, вот такое предложение, что вот мы здесь все, так сказать, поддержим этот достаточно простой меморандум о том, что начнем, так сказать, восстанавливать хотя бы до какого-то предмузейного состояния для статической такой стоянки, значит, восстанавливать планер нашего «Бурана». Вот. Но надо еще учесть один момент, что «Буран» проектировался под два воздушно-реактивных маршевых двигателя. Вот. Их в последний момент сняли, вот, потому что там были какие-то сомнения у инженеров и ракетчиков, и авиационщиков. Вот. И вот мы могли бы некоторые вещи даже как-то реконструировать, повторить. И это была бы хорошей школой для студентов, для людей, которые, так сказать, будут работать над будущими проектами. Вот. Была бы интересная вообще точка сборки там, для советов молодых специалистов, там, и ЦАГИ, там, и ОАКа, и ОДК. Вот, Алексей Иванович, что вы думаете? Вот, как я хочу человека добавить, Алексей Ильич, вот не далее, как в августе месяце мы с вами, тут ряд присутствующих коллег, были на съезде, 4-м съезде авиастроителей в городе Казани. И мы вот слушали интересный доклад, значит, представителя Казанского авиационного института, где они, значит, по аналогу использовали планер Ту-144, разместили его на территории, скажем так, образовательного кластера, там у них отбирают талантливую молодежь по республике, ближайшим областям, значит, ну, это некий такой, скажем так, ну, я сейчас не назову, что это конкретно, но предвузовское такое учебное заведение, где они готовят, вот, скажем так, кадры, вот, скажем так, индивидуально штучным отбором для потом дальнейшего поступления в аэрокосмические вузы России. А планер 144-го ТУ используют как вот интерактивный класс, значит, там тренажерная кабина на месте пилотов тоже, в общем-то, размещена. Вот такой, в принципе, опыт в авиационной отрасли есть. Ну, я думаю, тут сходу не ответить, а подумать, как вот это обыграть и как это более эффективно, значит, сделать с точки зрения вот именно подготовки молодого поколения, значит, на примерах вот этой техники, тут очень, я думаю, с удовольствием будет использован и вот тот материал, который нам представил ИТАР-ТАСС совместно с нашими космонавтами, как обучающий материал. Ну, это требует проработки, но идея достаточно интересная и здравая. Может, Алексей Борисович что-то добавит? Да, как педагог. Ну,
Ну, я вообще абсолютно присоединяюсь к этой идее, потому что, ну, как человек, который большую часть своего времени занимается образовательным процессом, причем мы обучаем инженеров, инженера нельзя выучить, стоя только у доски смело. Инженер должен видеть конструкции, да, и мне, как преподавателю, нужно объяснять, как эта конструкция делается, какие тут возникают проблемы и так далее. Поэтому без натурных каких-то объектов нам хорошее инженерное, следующее инженерное поколение не обучить, не вырастить, не создать. Спасибо большое.